Всем привет! Сегодня в обзоре пневматическое оружие, стреляющее 6-миллиметровыми пульками. Перед вами МП-40. Это оружие Второй мировой войны. Ими была вооружена армия Вермахта. Очень похоже сделано, с черного пластика. Ну, наверное, почти в натуральную величину. Очень хорошая копия, такой симпатичный автоматик, даже правильно называется пистолет-пулемет МП-40. Из рабочего, что у него? Откидной приклад откидывается, как и на оригинале. Вот так, при стрельбе упор в плечо, пожалуйста, нажимаете кнопку, так же самое слаживается обратно. Ну, естественно, затвор, магазин. Ну, есть куда прицепить ремень. Ремня, к сожалению, у меня не сохранилось. Шел он в обыкновенной упаковке, в прозрачном длинном целлофанчике. В разобранном виде. Здесь откручивается ствол и вынимается, естественно, магазин. И так он лежал в упаковочке. Симпатичный автоматик. Мне очень нравится. И довольно-таки качественный пластик. Вот так. Магазин данного автомата у нас длинненький, ровненький. И лучше заряжать его снизу в это окошко. Высыпаем сюда несколько пулек, закрываем, пружину отводим до самого низа, трясем, чтобы пульки пересыпаемых, здесь три пульки пересыпались, отпускаем пружину, вставляем в наш автомат, берем побитую коробку и стреляем в коробку. Три пульки и одна почти прошла насквозь. Она прилипла. Коробка очень плотного картона. Первая, ну, она практически уже дырка есть. Она застряла, а эти две не прошли. Но убойная сила у него все равно, хоть и не пробила, но отлично бьет. Копия очень похож на настоящий МП-40. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Также не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.